До першого інтерв'ю у нашому ефірі я вчора підготувався максимально, знаєте, правильно, тому що я поїв на ніч, і мені було, знаєте, таке, ну, м'яко кажучи, важко. І сьогодні з цією ж важкістю я зранку прокинувся. І от розібратися, що ж потрібно їсти, чого не потрібно їсти, і як правильно проводити нове для мене таке слово детокс організму, сьогодні нам розкаже імунолог та дієтолог Людмила Гончарова. Доброго ранку. Доброго утра. Так, давайте почнемо з детокс. Що це? Ну, давайте, во-первых, доброе утро всем, кто нас видит, нашим телезрителям. И скажу, что детокс, он как бы, в общем-то, создан как СТО для машины, да. Да? Так, в общем-то, есть такая линия, на сегодняшний день, да, появилась эта детокс-терапия для того, чтобы вывести токсины, то есть то, что мы делаем неправильно в течение времени, да, какие-то моменты метаболических процессов накапливаются у нас в организме, и их нужно вывести для того, чтобы не болела голова, да, не было каких-то, в общем-то, дискомфортных состояний. Вот, поэтому первое правило, которое, в общем-то, есть, это всегда вода. Вода – это вот вы проснулись с утра, и два стакана воды – это как бы ваши золотые два стакана, которые вам дают возможность, в общем-то, подготовить ваш организм к следующему дню. Конечно, мы не говорим, что правильно есть на ночь, да, но есть фишки, у каждого человека есть продукты, которые можно съесть на ночь, и они будут менее тягостны, будут эти продукты более усвоены, и не будет этого состояния тяжести. Так, у мене, згідно того, що ви сказали, одразу два питання. Так, давайте почнемо з води. От взагалі-то рекомендують воду пити зранку, так, і кажуть один стакан, ви кажете два. Це вода повинна бути, все ж таки краще пити два стакани чи один? Два стакана для взрослого человека, потому что очень важно понимать, что в течение дня примерно, если мы не живем возле моря, океана, то и нет избыточного веса, это 40 мл на килограмм веса в течение дня, плюс примерно пол-литра-литр для того, чтобы хорошо работал кишечник. И у нас желудочно-кишечный тракт и вообще как бы, да, состояние детокса начинает работать тогда, когда мы наливаем достаточное количество воды. Один стакан – это как в пустыне, вот, как бы ни о чем. Так, вирішили. Тоді виходить два. Деякі радять пити сиру воду, ну, чисту воду, так? Деякі кажуть, що потрібен лимон або імбир. На вашу думку, як правильніше буде? Я би не рекомендувала ніякі добавки к воді. Просто вода сирая, комнатної температури, нічого сверхъестественного. Її не треба підогрівати, нічого не треба робити. Просто випити сирої води, два стакани. Ну, как бы, даже об'єм желудка анатомічний, приблизно в середньому, це 500 мл, якраз от. Под два стакана для того, чтобы промыть как бы, нам все эти моменты. Так, зрозумів. Тепер давайте до такої, знаєте, популярної в Україні традиції їсти на ніч. От я зробив це, напевно, перший раз за останні два тижні, і я відчув уже таку важкість. Ну, наскільки я розумію, не корисно їсти на ніч. Ну, скажем, нужно знать просто, есть разные метаболические процессы, разные люди, да, да, и мы разные, и есть просто молодость, да, и когда нужен просто вот, ну, как бы структурный материал для клеток, да, очень много тратится энергии, там, сил и так далее. Просто нужно подбирать правильные продукты для того, чтобы, да, они поработали на тебя. То есть еда для нас – это как энергия, да, так, как бензин для машины. Поэтому это должен быть легко усвояемый белок. Белок – структурный материал для наших клеток. Поэтому вот, да, это может быть какое-то нежирное мясо, легко, быстро приготовленное. Это может быть что-то там, гриль, и, как бы, как самое быстрое. Да, может быть сковорода с антипригарным покрытием, где ты просто бросил какой-то там кусок там, курицы, или индюшки, или телятины, и она быстро приготовилась. Вот. И я вчера, например, поздно ужинала говядиной, да, и там зеленым салатом. Но это никак не отразилось на моей фигуре, даже минус 200 грамм. Поэтому... Ага, то если мы вот так вот можем на ночь есть, то еще и худнуть, да, правильному рациону. Да, да, если как бы необходимо это, так, то, в общем-то, организм выводит тогда не полезное, потому что полезное зашло. Так, зрозумів. А скажіть, от є така думка, що на ніч не корисно вживати молочні продукти.
Там есть лактоза. Суть в том, что лактоза – это сахар. Это сахар, да, просто молочный сахар, и он мешает производству гормонов, выработке мелатонина в 10 часов вечера, чтобы ты уснул, а плюс еще мелатонин, он препятствует, в общем-то, онкологическим процессам. И если мы замедляем его образование за счет инсулина, который выработался на эту лактозу, соответственно, мы мешаем тогда производству соматотропного гормона, который как раз работает на то, чтобы у нас была классная фигура, хорошие мышцы и так далее. Получается, за ночь мы не особо отдыхаем. И если в молодом возрасте мы не особо это ощущаем, то люди после 40 начинают это ощущать. Но везде написано, надо же выпить стакан кефира еще с советских времен. Как это без стакана кефира на ночь, иначе не будет стула? Очень многие люди как бы становятся зависимыми в этом плане и, к сожалению, ухудшают свой гормональный фон, они улучшают и появляется, в общем-то, очень много проблем с этим. Нежелательно, да, действительно. Так, я зрозумів. От ми зараз перейшли з вами до продуктів. Які ще продукти ось або позитивно впливають, або негативно? От на вашу думку, що б ви радили, наприклад, поїсти на ніч? Сир тофу, якщо ви вегетаріанець. Яйця, якщо ви їх любите, пожалуйста. Вы можете... А это в сыром выгляде их, чи можно подчарить? Нет, ну может, да, потому что белок, он если термически обработан, ничего страшного, наша печень, там все эти наши органы, они расщепят и соединят то, что им нужно. Поэтому можно в сыром, можно карпаччо, можно из рыбы, можно из там телятины или из тунца. То есть что вы любите, да, это может быть быстро приготовленные креветки. То есть суть в том, чтобы это было быстро приготовлено. Не надо стоять у плиты 3 часа, чтобы сделать себе ужин, это не нужно. То есть все, что быстро готовится, желательно белковое, но это может быть даже, если вы любите сало, и вы любите его. Люблю, честно. Даже ужин может состоять из кусочка сала, который тоненько нарезается, вы прилетели с работы, вам некогда готовить, вы достали кусочек сала, тоненько его порезали, листовой салат, огурчик свежий, соли, желательно гималайская, какое-то не рафинированное растительное масло, это может быть конопляное, попробуйте как просто такое вот достаточно вкусное масло, да, ну, вместо оливкового, чтобы немножечко отойти, как бы новые эти, какие-то специи, и этот вкусный салат, он многими, даже звезды его используют, он называется салат молодости, то есть жирозависимые гормоны, как раз, которые нормализуют состояние нашей нервной системы, гормонального фона, чтобы всегда была молодость, омоложение, они зависят от именно насыщенных жирных кислот, которые находятся в сале. Сытость, чувство комфорта и молодость. Так, мені вже подобається наше інтерв'ю, тому що от сало для мене, знаєте, це ось от найголовніший продукт, який повинен бути в раціоні людини. Да. Проте я чув, що воно досить таки шкідливе для печінки. Все зависит, как вы его употребляете. Именно отдельным приемом пищи. Не надо его ни с чем соединять, да, это очень важно. То есть именно зелень. Вот мы только что до интервью разговаривали тоже с гостевыми редакторами и так далее. Они говорят, вот перестала есть мясо, стало легче. И я говорю, ну вы наверняка же ели мясо еще с чем-то. Они говорят, ну да, конечно, там или рис, или картофель, или там какие-то овощи. Ни мясо, ни сало не любят ничего дополнительного. Точно рыба, кроме зелени. Зелень, листовые салаты, спаржа. То есть что-то очень легкое. Иначе это вздутие и следующий прием пищи только через 4-5 часов. Потому что если ты съешь тот же салат с салом, который там салат молодости, ну заешь его безобидным яблоком, как правило, у тебя будет состояние дискомфорта, потому что в яблоке есть фруктоза. И бывает, что у человека не могут быстро расщепляться вот эти соединения жира с углеводами, да, жира с белком каким-то. То есть мяса с салом уже нет, да. Так, То есть там начинаются нюансы. И вот для этого есть доктора, да, вот, которые смотрят ваши анализы, смотрят, что у вас соединяется, что не соединяется, не расщепляется, да, быстренько. И, соответственно, плавает бесхозное в крови, потому что не может клетка усвоить. И это как раз является интоксикацией.
для нашего мозга, потому что там самые маленькие, там самые тонкие капилляры, и мы это ощущаем, нам дискомфортно, нас что-то раздражает, мы раздражительны где-то с утра, нас там как бы там чуть что настроим, мы сразу отреагируем, это как раз интоксикация. То есть нужно понять, а что я сделаю не так в своем рационе, что они туда где-то соединяю, что мне нужно рассоединить. И сразу легкость появляется, сразу хоп, минус там лишний вес какой-то. Пусть это 2-3 килограмма, но это совершенно другое состояние. Человек ходит и улыбается, да, и ему говорят, что ты, у тебя хорошее настроение, может быть, ты что-то употребляешь. Он говорит, нет, мне просто хорошо, потому что я правильно питаюсь. Тобто буває таке, що в принципі в нашому житті немає як такої депресії чи апатії, просто є те, що ми неправильно їмо. Ми це може виправити дієтолог. Да, совершенно верно. По вашим анализам, не просто взагалі по загалям, потому что мы сейчас разговариваем, конечно, да, это работает, но очень важно понимать, а что у тебя лично, да, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этой жизни. Ви знаєте, у нас є така також традиція в Україні – це стрес. Ну це ж куди не прийди, ми завжди зіштовхуємося зі стресом. І от на почві цього ми починаємо його заїдати там або солодким, ну у кого свій там раціон. Наскільки це шкодить організму? Як тут треба бути обережним? Ну, знаєте, є два фактори, які в нашій житті присутствують. Даже якщо в нашій житті немає стресу українців, то ми його придумаємо. Потому что как же жить без стресса? Иначе как-то нет смысла жить, да? И поэтому очень важно понимать, что а действительно ли в моей жизни присутствует стресс, да? Или, может быть, это просто что-то то, что я воспринимаю как стресс. Это первое. Для того, чтобы не вырабатывались вот эти гормоны, да, адреналовые, то есть адреналин, потом норадреналин, а ситуация не успокаивается, не решается, и тогда кортизол. И тогда кортизол заставляет тебя есть сладкое и жирное одновременно. И ты не можешь противиться. Поэтому нужно понимать, что есть запуски гормональные. Их нельзя запускать. Я некоторое время прожила в Черногории. Мне очень нравится их отношение к жизни. Палака. То есть что вот это значит? Палака медленно. То есть спокойно. То есть все хорошо. Вот смотри, есть солнце. Деревья, цветы, любимые люди. В чем проблема? Так, тобто у нас, в принципе, зараз такий легенький майстер-клас. Це, як правильно називається, палака? Палака. Палака. Тобто хто пізнав сенс життя, він нікуди не поспішає. Да, совершенно верно. И если ты не спешишь, то ты делаешь только самые действительно необходимые в своей жизни вещи. Потому что иначе ты срываешься на вот эти те плохие продукты, о которых мы будем говорить, да, и поэтому, когда вот спрашивают у диетологов, и вообще врачей, да, то есть как бы не полезные продукты, но они не могут не сказать, что, да, сладкое это не есть полезно, потому что это действительно рафинированный сахар, вытащенный из, да, продукта, он, это химическое вещество, которое очень быстро на тебя влияет, как наркотик, и, но на самом деле его нужно совсем мало, но мало же никто не ест. Правда? Ни в якому разе. Вот. Поэтому, конечно, это вредит, потому что это окисление клеток, это окислительный стресс, это снижение барьерной функции, это снижение иммунитета. Тогда любой вирус, пожалуйста, доброе утро, добрый вечер, клетка раскрыта. Да, заходите, пожалуйста, живите, кто хотите. Идет размножение патогенной микрофлоры, то есть идет воспалительный процесс. Да, но кто об этом думает в первые секунды, когда стресс? Да, то есть кофе, дайте конфетку, ну что-то сладенькое, потому что как бы вот, да. То есть нужно уметь с собой потихонечку работать, начинать понимать, что если я зависим от стресса каких-то ситуаций, я должен учиться нажимать стоп. И где-то, возможно, взять несколько консультаций у психотерапевта, у психолога, для того, чтобы научиться собой руководить. Иначе, к сожалению, к 40-45 годам женщина-мужчина, приходя на консультацию, имеет, к сожалению, гормональную истощаемость, так, которая запускает, к сожалению, не просто старение, а очень плохие заболевания. Поэтому для того, чтобы никогда не столкнуться с онкологическими процессами, нужно себя остановить с гормональным старением, именно когда уже вот, ну, все.
Потому что мы от этого зависим. Мы ничего не можем взять. Если пошла уже реакция эмоциональная, mm-hmm. все, уже я пошла выработка. Да, поэтому нельзя, нужно делать назад, да, для того, чтобы понимать, что еда в нашей жизни присутствует через каждые 4-5 часов. Когда ты ел последний раз, время не прошло, отдыхай, иди пей воду. Это важно. Тобто виходить, що корисно ставити собі там або нагадування через 4 години, так? Да. Треба поїсти, і не раніше. Да, да. Тобто 2 стакани води, ну 3,5 максимум для тих, хто там дуже тяжело йому устаканиться в этом плані, тобто нервне состояние. І 2 стакани води за 30 минут до їди. Так, зрозумів. Тобто вода за 30 хвилин до їжі, вона покращує процеси? Да, йде желчий отток, йде нормалізація роботи печені, всі органи працюють, вони готуються к прийому їди, вони радуються, тому що їда для них – це смисл життя, іначе все умре в нашому організмі. Тому це праздник, і їду не запивати. Так, угу. Пані Людмила, у нас є також така традиція, це, знаєте, не сісти і насолодитися в повній мірі тим, що ти їси, а на ходу, знаєте, як воно поїсти. Ну, стрес же, надо же, как бы, да. От коли ми швидко їмо. Ну, без толку говорить, що треба пережовувати, як китайці говорять, 33 рази. Вот, слизистая кишечника страдает. Поэтому, если вы знаете, что вы вот глотаете как утка, да, некоторые говорят там такое вот сравнение, то желательно и ту еду, которую вы либо принесли с собой, либо там вы собираетесь mm-hmm. есть, порежьте ее кусочками. Чем мельче эти будут кусочки, тем лучше. Просто для того, чтобы ну, не навредить себе. Потому что иначе гастроэнтерологические заболевания, они как бы, да, обязательно будут. Поэтому вот. Так, я зрозумів. Давайте тоді перейдемо до того, яких продуктів не повинно бути в раціоні у людини. Желательно, щоб не було консервованих продуктів. Так, секундочку. Ми напевно, зараз з вами будемо сваритися, якщо це бабусині огірки і помідори. Це ж, напевно, найсмачніше, що може бути. Да. Просто нужно помнить о том, что, знаете, вот у юристов есть такое правило, да, несоблюдение законов не избавляет от ответственности. Так. То есть мы можем с вами о чем угодно разговаривать, но есть наш организм, и он так. что-то ест, и что-то, он что-то употребляет, а что-то не употребляет. И вот как раз интоксикация для нашего организма являются консервированные и рафинированные продукты, то есть не живые, которые вот, к сожалению, ничего полезного не несут, и являются нагрузкой для организма. Ну вот для нас же нагрузка не нравится, правда? Вот, когда нас заставляют дополнительно работать, говорят, там, останьтесь, да, там, ну вот надо вот, особенно это у офисных работников, менеджеров, там, еще-то, ну останьтесь, надо вот там доделать, иначе там что-то сгорит контракт, там, ну надо, так. И человек остается дорабатывать. Нравится ли это человеку? Ну, как бы дорабатывать, или выходить в выходной день, что-то делать. Ну, нет, конечно. Ну, как правило, не так. Да, ну вот так и организму. Ну, ему это не нравится. Но у него же нет языка, чтобы об этом сказать. Правда же? Он же не говорит так. Тебе, я недоволен, мне не нравится. Единственное, что он может сделать, это состоянием отразить то, как ему не нравится. Ну, ты говоришь, мало ли, что тебе не нравится. Сейчас кофе выпью, и все тебе понравится. Да, то есть вот нужно понимать, что нужно к себе ну, правильно относиться, ну, максимально с пониманием. Иначе, конечно же, тогда организм тоже тебя не будет понимать, он уйдет в заболевание. Да? То есть вот этот момент, баланс, ты должен, к сожалению или к счастью, реагировать сам. И учиться брать знания у кого? У человека, который просто немножко больше знает об организме, чем ты. Да? То есть для этого есть там, доктор, который просто учился много, долго, имеет клинический опыт, и он тебе расскажет, он поделится с тобой информацией, вот делать вот так, вот так, вот так будет легче тебе, и ты берешь эти знания. То есть консервация, то есть то, что мы делаем, на что мы тратим очень много времени, денег в августе, в сентябре, так. Закрутки, ла-ла. Да, можно оставить для себя там, взять для себя там баночку, две вишневого варенья, ну, как пример, да, или клубничное, потому что у тебя память, бабушка кормила тебя, да, то есть у нас остаются эмоциональные привязки, не вопрос. Когда ты это делаешь иногда, да, когда так. Никогда, то есть организм справляется с интоксикацией, ну, мало ли, ну, mm-hmm. да, там что-то. Потому что это, он понимает это, что у тебя тяжел какой-то период в жизни, тебе его надо пережить. И он даже тебе выделяет вот эти 5% серотонина в головном мозге, да, потому что тебе надо пережить какую-то ситуацию. Ну, что-то тебе взгрустнулось. И он говорит, бабушкино варенье, да, ну,
Ну, це ж... Да, да, да. И так. Тебе становится хорошо. Просто должен понимать, что это лекарство не на каждый день. Это вот как бы, да, потому что эмоции. А якщо дотримуватися правила, що у всьому повинна бути міра, чи можна такі вживати продукти? Ну, просто надо понимать, да, что есть продукты-наркотики, да, которые влияют на наши опиоидные рецепторы, которые выделяют вот эти 5% серотонина, потому что остальные 95%, ну, примерно в среднем, они выделяются в кишечнике, то, что классно ты поел, да, но они выделяются позже. Вот, а эти 5% буквально в первые 20 минут. То есть вот в первые минуты ты ешь, и тебе уже хорошо. Вот. Просто нужно понимать, что их надо правильно использовать. Потому что если ты их перекармливаешь, то, соответственно, так. В следующий раз тебе захочется больше и чаще это делать. Мы ничего не можем, люди, сделать с моментом желания получать удовольствие. Угу. Просто нужно это помнить о том, что чрезмерное удовольствие приносит что? Пресыщение. И, соответственно, тебе хочется еще чего-то большего, либо что-то новое попробовать. Так. Поэтому, соответственно, вот этот баланс регулируй. И тогда в твоей жизни все будет хорошо. Да, действительно нужен баланс, но без него никуда. Поэтому есть спиртное, да, оно присутствует в жизни, выпей, да, что тебе, ну, желательно узнать по анализам, что больше тебе подходит там тогда уже из спиртных напитков, что лучше у тебя будет усваиваться для того, чтобы тебе было хорошо. Что взять в закуску дополнительно, к, да, если сладкое, то желательно какое. Ну, желательно... тобто, свідоме відношення до того, що все ж... Да, і якщо ти вже з'їв, ну, видихни, ну, все вже, ти вже з'їв, как бы, ну, нічого страшного. То есть, применяй це як лікарство, як допінг для себе, розуміє, що, ну, от так. Так. Ми всі несовершенні. З вами, знаєте, так обереженько переходимо до того, які ж продукти все ж таки варто вживати, яких повинно бути більше в раціоні, аби, перш за все, приносити організму шкоду, а по-друге, виводити токсини. Полезне. Корисні. Корисні продукти. Продукти натуральні. Тобто, це м'ясо, риба, яйця, це бобові, це фрукти, овочі. І от я би віднесла к необходимым, еще на первое место я бы, ну, к перечисленному добавила бы зелень. Угу. Зелень, которой нужно уделять внимание. Поэтому если кто-то боится, переживает, покупает в супермаркетах там что-то, выращивайте у себя на подоконнике, пожалуйста, петрушку, укроп, да, это все достаточно быстро растет, сделайте у себя там Францию или Италию, оформите свою кухню. А які продукти от кожна людина прям must-have повинна вживати? Ну, там мені колись казали, що для зору це корисна морква. Ну, черника, голубика, да, да. То есть, смотрите, нет неполезных продуктов. Их просто не существует. Все продукты полезны, они что-то в себе несут. Как, нужно ли есть мясо? Да, потому что там... железо в той валентности, в которой нужно, а не в яблоках. Вот. Так. И это важно. Потому что там те аминокислоты, которые вот в достаточном количестве, которые необходимы, да, и для мужчин, и для женщины, иначе это половое старение и ранние проблемы. Нужно ли есть мясо? Вернее, есть яйца? Конечно, да, потому что там полезный холестерин, который наоборот способствует нормализации твоим сосудам и так далее. Но все мы персональные, и вот здесь важно понимать, что твои полезные продукты – это покажет твоя генетика и твоя иммунная система. То есть на что у тебя есть ферменты? И есть просто продукты, на которых либо мало ферментов, либо они отсутствуют. Вот как на лактозу, да, допустим, вот сахар есть молочный, да, и мы знаем, что есть уже анализы на лактозу, что вот, да, есть анализы там на глютен, а есть анализы также на все продукты. И вот желательно для себя просто один раз в жизни хотя бы сделать этот анализ, чтобы понимать, а что для меня полезно, а что нет. И все. И ты знаешь, что, ну, допустим, там, ну, не усваиваются у меня яйца куриные, у меня усваиваются перепелины. Ну и отлично. Я им перепелины, потому что просто на куриные нет фермента. Но вот так сложилось. Или на них аллергическая реакция, да, идет, и иммунная система против, и блокирует, и тогда интоксикация. То есть вот если мы уже так вот более тонко, то вот это именно так. То есть только по анализам, потому что по внешнему виду, к сожалению, кроме аллергии первого типа, когда человек отекает, краснеет, покрывается пятнами, ну больше ничего мы не увидим. Потому что есть аллергии замедленного типа, которые появляются там, через 7-10 дней, после того, как ты съел продукт.
И все, и ты просто не помнишь, что ты ел там 7 дней назад, просто потому что по определению не понимаешь, а есть ли у тебя такая аллергия. Є також таке запитання з приводу насіння чія, альону. От рекомендують його зранку вживати. Такі, наче, універсальні способи там виведення токсинів. Вони діють? Ну, от, допустим, для мене семена льна – це алерген. Узнала я об этом только посредством анализа. А у меня была пациентка, у которой был хронический воспалительный процесс, вялотекущий кишечник, потому что у человека тоже была аллергическая реакция на лен, но она их запаривала и пила там каждый вечер в течение там 5 лет, чем привела, к сожалению, свой кишечник в совершенно непригодное состояние. То есть нужно понимать, что если ты что-то делаешь, да, вот мы сказали, украинцы — это люди, которые вот если у них нет проблемы, то они ее выдумают. Зачем создавать проблему? Зачем что-то делать, запаривать, что-то там себе готовить, йогурт с семенами чиа? Ну, узнай ты, семена чиа тебе действительно подходят они? То есть, может, они для тебя аллерген, и это будет проблема для тебя там через 3-5 лет. И будут воспалительные процессы, будут какие-то моменты. Угу. То есть прежде чем что-то делать, в Гугле очень много рецептов. И первое, что делает человек, прежде чем идти к доктору, он открывает Google. И сначала по Google, потом, если уже не получается, то идет к доктору. Я рекомендую все-таки к доктору идти. Позмени ты трешки после доктора. Да, да, да. Угу. Потому что тебе просто может это не подходить. И нужно помнить всегда, что для организма человека полезно зерно, а не мука там, да. Ну, то есть как бы... Понимать, что есть еще принципы приготовления еды для того, чтобы на тебе это отработало. А какие наиболее принципы приготовления еды? Вот какие не заходят? Это самое швидко, так? Швидко, да. А швидко. Есть еще нюансы? Ну, еда должна быть быстро приготовлена, чтобы она не потеряла свои питательные вещества максимально. Да, помнить о том, что фрукты и овощи, они для нас и зелень полезны в сыром виде, потому что там в основном водорастворимые витамины. Да, есть морковь, витамин А, допустим, да, там бета-каротиноиды, которые участвуют, лучше все усваиваются, если мы добавим немножко масла. Да, но если мы морковь, допустим, там будем очень долго тушить, то кроме как бы там какого-то количества небольшого витамина А, по сути, там ничего и не останется. А там есть еще витамин С, там есть минералы, там, но они работают только когда ты в активном состоянии, да, то есть если ты там немножко ее притушишь, чуть-чуть, там 3-5 минут, окей, да, но если ты будешь это все очень долго делать, пассеровать, как многие там кулинарные рецепты, так, так. А потом еще сметана, а потом еще запечь, и как бы мы теряем тогда питательные вещества. Поэтому все должно быть приготовлено быстро. Не обязательно в пароварке, как многие там готовят, мучаются, это едят, оно невкусное. Но сделай это на антипригарном покрытии, да, или сделай это на гриле. Или запеки в стеклянной посуде. Я всем рекомендую стеклянную посуду, потому что там получается только толстое стекло, так. И тогда это получается как из печи, это очень вкусно. То есть любая рыба, там, любое мясо, оно будет как будто оно вот из печи. Слушайте, ну ничего так, еще и рецептик подъехал правильного приготовления. Ну да, со специями, почему нет? Ну так, друзья, варто это сейчас пробовать сегодня, протягом дня, завтра пишите в наши социальные мережи. Как вышло, будем все разом. Да, будет интересно. Так, пані Людмила, я вам очень благодарен, что вы начали ранок у нашей компании. Приятно было поспілкуватися. Навзаем. Прекрасного дня, друзья. Ну а вам я раджу все ж таки звертати увагу на те, что вы їсте, и не забруднювати свой организм непотребными речовинами.